среду в Самарской области пасмурно, пройдет дождь, днем плюс 6, плюс 8, ночью 2, 4, выше 0, ветер северо-западный 3, 5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани пасмурно с прояснениями, небольшой дождь. Днем плюс 7, в темное время суток плюс 4, северо-западный 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 6, продолжительный дождь, ночью 3 градуса тепла, северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, днем плюс 7, ночью 2 с плюсом, северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%, в геомагнитном поле небольшие возмущения.